На главной сцене смены творческая и оживленная атмосфера. И все это потому, что сегодня поистине уникальное мероприятие – инклюзивный бал. А особенное оно потому, что дает людям с ограниченными возможностями реализовать себя в искусстве танца. Исполнение танцев у всех гостей было по-своему красивым и грациозным, потому что танец – это прежде всего состояние души. Для меня огромное удовольствие и, не скрою, честь быть гостем не только лагеря, но и этого уникального события – интеграционного бала. Честно скажу, что подобного мероприятия я еще никогда не видела. Это так красиво, вы такие лучезарные, такие светлые, такие грациозные, смотреть за вами одно удовольствие. И хочется сказать, что для настоящего искусства не существует ограничений. И сегодня вы это доказываете собственным примером. Это событие смогло объединить как людей разных поколений, так и людей с разными возможностями. Бальные танцы, роскошные образы и изысканные манеры – все это навсегда останется в памяти участников инклюзивного бала. Руководитель Центра добровольчества Елена Черненко отметила, насколько важно проводить подобные мероприятия и как сказочная атмосфера бала благоприятно влияет на его участников. Интеграционный инклюзивный бал была задумка не только для того, чтобы пригласить к нам гостей и вместе вот интегрировать их в нашу смену, в то, как дети здесь отдыхают, в то, как они здесь обучаются, но и, наверное, чтобы вот как раз их соединить, чтобы дети почувствовали атмосферу праздника, атмосферу бала, окунулись, может быть, в 19-18 век. Все стали красивыми, если вы успели заметить, то каждый из детей абсолютно преобразился, надели на себя красивые наряды. Мальчики выправили свои спинки, девушки показали свои грациозные платья, свои улыбки. Наверное, здесь действительно все окунулись в такую общую атмосферу праздника, и будто рекой все танцы льются. И спасибо большое всем за то, что смогли принять участие в этом незабываемом празднике. На инклюзивном балу все участники смогли почувствовать себя героями произведений 19 века. Очаровательные девушки и галантные юноши легко кружили в танце, и даже трудно было поверить, что это наши сменовцы. Гость инклюзивного бала Никита Ванков отметил праздничную атмосферу мероприятия и поделился мнением, насколько такое событие важно для ребят. Ежегодно приезжаю на инклюзивный бал в смену. Очень замечательно то, что проходит такое консолидирующее, такое интересное, красивое, прекрасное мероприятие, когда ребята приезжают со всего края, ребята ограниченные возможностями, кто-то на коляске, кто-то иным способом. Ребята со смены, они вместе общаются, вместе тренируются, разучивают прекрасные танцы, которые мы сейчас с вами наблюдаем. Ребята остались довольны проведением инклюзивного бала. Для них это была не только невероятная возможность погрузиться в сказочную атмосферу, но и повод выучить новые бальные танцы. Мне очень нравится это мероприятие. Это мой первый бал. И все эти приготовления меня поразили. Музыка. И мы за пару дней буквально 8 танцев 7 успели изучить. Я никогда в своей жизни не танцевала столько.